у тебя кроль красивый, а фикстули все равно не надо. Давай, 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 обратно и вдоль бережка. Вот. Молодец. Да ты лысенький. Или это шапочка такая? Нет, Ксенечка, ну сюда не стоит. А по-моему, хорошо. Куда ты меня все заворачиваешь? Тут лучше гораздо. И не слыхать, по крайней мере, фальшивого смеха Ляли Юнаковской. Но здесь же спасательная станция. Ну и прелестный, пускай себе. А может быть, пойдем туда за дюны? Нет, вот когда мне помешают, я уйду. А пока расчудесно. Ой, ой, боже, как хорошо. Сними пиджак, жилетка, галстук, пиджак. Что ты за тип? Где это видано, чтобы вот так наряжаться на пляже? Во-первых, Ксенечка, не жарко. Ну? Во-вторых, у меня сегодня дело, я скоро отлучусь. Ну, ради бога. Я только боюсь, что ты смешон, дружочек. А ты не считаешь, что каждый имеет право на свой стиль? Считаю. Но не щеголять же этим правом в бане, например. Что, снять жилетку? И галстук. А потом, с чего ты взял, что это стиль твой? Это стиль старых форсайтов. Скорей, бред. Ну... Благодарю вас. Бред. Такой напустил на себя, что мне уже Маша Гусарова жаловалась. В обществе вашего внука, говорит, я чувствую себя пустышкой, двоечницей. Мне стыдно рот раскрыть. Это какая это, Маша? Боже, какой лопух. Ну, за столом. Что слева от нас? Балерина, брюнетка. О, Господи, я представил тебя в первый день. А, да, я помню. Это Маша рассказывала мне, что в Польше им показывали Освенцим, мемориал концентрационного лагеря. Нет, ты слушай. Да, я слушаю. Так да. Вот, видишь ли, Освенцим ее разочаровал. Она ожидала большего. Ой. Я смотрел на нее во все глаза, она так ничего и не поняла. Ну, впрямь, дура. А на сцене, представь себе, и грациозно, и технично. Но мне с ней не танцевать. Ах, боже, боже, танцевать. Слушай, слушай, а это Карина, она, как выяснилось, и в покер играет недурно. Мы вчера вечером вместе с ней искали тебя. Ей-то я зачем? Не знаю. Возможно, чего-то не поняла у Гегеля. И понадобилась твоя помощь. Сенечка, я же просил тебя ни с кем обо мне не говорить. Миленький, а как без этого объяснить людям, почему у тебя мозги на бекрень? Да, есть письмо от твоей родительницы. Это потом, Ксения. Ксения, у меня здесь дело. И, пожалуйста, сегодня не разыскивай ты меня со своими партнерами по покеру. Очень ты нам нужен. К ужину я вернусь. И на том спасибо. Слушай, не интригуй бабку, расскажи, что за дело. Ты знаешь, если свидание, я за. Тебе вообще нет смысла от меня таиться. Я все разрешаю, я почти не пилю, я даже умею хранить тайны. Я своя в доску. Разве не так? Да так, все так. Ну? Только для меня это пока смутно. Свидание? Да нет, едва ли. Просто есть одна абитуриентка, которой я обещал помочь. И все, Ксения, и все. И, пожалуйста, не просвечивай ты меня таким взглядом. Наклонись ко мне. Зачем? Нагнись, говорю. Я очень рада. Чему? Чему? А могу я тихонько порадоваться? А чему тут тихонько радоваться? И ступай. И ступай, и помоги тебе Бог. Потом, почему у тебя такое осведомленное лицо? А извольте, молодой человек, не орать на женщину, которая годится вам в бабушке. Подумаешь, лицо. Сказал, потому что кое-что смыслю. Тем более, что на твоем лице все написано. Тебе не нравится слово «свидание»? Не надо. Назови это коллоквиум. Смотри только, чтобы девчонка у тебя не усохла. Ну, что стоишь? Ступай. Ступай, я хочу читать. Ксень, у меня к тебе маленькая просьба. Пожалуйста. Вот не могла бы ты пойти почитать куда-нибудь в другое место? Могла бы. Могла бы с удовольствием. Ты думаешь, без галстука лучше? Угу. Не так глупо. Ну, я пошла. Скучно мне, скучно. Ветры буйные, унесите вы ему мою печаль, тоску. Жизнь моя, душа моя, люблю тебя, откликнись! Катя! Ой, ой, как ты меня напугал. А что, уже 5? Ты слышал, как я тут выступала? Это из Островского? Как хорошо ты классику знаешь. Это перед тем, как Катерине в воду бросить. А зачем это ты читала? Как зачем? Для себя, конечно. Для других-то я стесняюсь, что это Татьяна Доронина. Ну, ты спрашивал, к чему у меня интерес, а я все темнила. Вот теперь знаешь, люблю я это прям с самого детства. Страсть, как люблю театр и кино. Ну и прекрасно, а чего ж говорить об этом с таким драматизмом-то? Потому что мало ли кто что любит, Женечка. Ну, спроси любого мальчишку, кем он хочет быть. Космонавтом. Если бы все мечты сбывались. Нет. Так и буду до самой смерти самой себе читать. Ну, давай толкаться в плодово-консервной. На косточковое отделение. Я уж тетрадочку приготовила. Да нет, Катя, это же совсем меняет дело. Ты знаешь, а меня как раз беспокоила неопределенность наших разговоров о профессии, о выборе института. Как-то мне сразу-то в голову не пришло. Я как-то для себя это по-другому называл, но ведь это же артистизм. Так почему же тогда не в театральной? Спасибочки, конечно, Женечка. А ты знаешь, какой там конкурс? Но ведь у тебя же нет выбора. А я все думаю, что за помощь я тебе предлагаю. Помощь без адреса, без цели. Теперь совсем другое дело. Теперь у нас есть цель. Не, слабо. Тихо. Без паники. Давай подумаем. Да, там творческий конкурс. Он включает в себя показ, собеседование. Ну, показ – это не моя компетенция. Но ведь у нас для этого есть Ксения. Кто? Бабка моя. Ее задача будет подготовить тебя к показу, а моя – к собеседованию. Нужно, чтобы ты могла толково рассказать, какие у тебя были сильные театральные впечатления. А откуда ты знаешь, что там спрашивают? Ну, я, конечно, неофит в этой области, но представить себе кое-какие вещи в первом приближении я могу. Женечка, научи меня так выражаться. Если бы я так выражался, я бы ничего не боялся. Ей, я буду записывать. Тетрадка в клеточку. А число писать? Число? Какое число? Ну, как какое? Сегодняшнее. Ты извини меня, конечно, Кать, но я сейчас представил себе ту святую наивность, которая ожидает меня в начальной школе. Это я святая наивность? Ну, у тебя просто ко мне симпатия. Неизвестно еще, кто из нас наивнее. Ну, что писать-то? Так что писать? Писать пока нечего. Нужно разобраться в основных направлениях развития искусства 20 века, узнать какие-то кардинальные сведения о Станиславском, Вахтангове, Мейерхольде. Потом полдня посидеть в библиотеке. Но я думаю, что вся эта литература у нас должна быть. Катя, а почему ты сказала, что неизвестно, кто из нас наивный? Фигушки, пан профессор, проехали. Давайте заниматься. Чего писать? Да чего писать-то? В голове моей, конечно, задержались какие-то расхожие сведения о театре. Но едва ли я тебе сегодня сообщу об этом что-нибудь новенькое. Так с меня старенького хватит. Только разве с этого надо начинать? А с чего? Так, по-моему, с бабушки. Да ты ее спроси, стоит ли трепыхаться. Ой, а это, кто твоя бабушка-то? А тебе разве мама не рассказывала? Нет. Ой, она ее такой поклонницей оказалась. Только потому и дала мне твой телефон сюда. Вообще, это было смешно. Дежурный администратор почему-то держит в тайне телефон спасательной станции. Даже справочную книгу дать не хотела. Мою мутершу знать надо. А вдруг ты ее, деточку, охмуришь? Ее персик надкусишь. А про бабушку ничего не говорила, как не пришлось. Ну, а мне понапрасну не хотелось козырять, ибо Ксения Замятина была звездой киноэкрана 40-х годов. Ксения Замятина? Угу. Ой, да я же знаю Ксению Замятину. И она твоя бабка. Обалдеть. Так что мы с тобой получим самую надежную квалифицированную консультацию. Слушай, а может быть, это сделать прямо теперь? Ты что? Ну, тебе хорошо, а я боюсь. Да Ксения сама доброжелательности потом, но ты же общалась с артистами. Ну, как общался? Это насчет автограф, а тут насчет жизни. Спасательная! Привет. Ой, я не могу разговаривать, я занимаюсь. Ну, не Белинского, а вовсе даже Станиславского. Ну, не с Инкой, с другим человеком. Ну, он человек занятой, понимаешь, ему наши с тобой ля-ля слушать некогда. Ну, все, чао! Ах ты, контролер чертов. Катя, это тот самый специально приставленный к тебе? А кем он приставлен-то? Да погоди ты, любознательный. Ну, сейчас загадала 5 звонков, я им все скажу. 1, 2, ничего, скушают. 3, кроме цепей нам терять нечего. 4, свобода узникам хунты. Ну ты смотри. Жень, ты так смотришь, я, наверное, должна объяснить, но я не могу, тошно. Да нет, будет потребность, расскажешь. Только ты знай, мне надо уехать отсюда. Надо, иначе мне как той Катерине с обрыва. Правда, обрыва у нас нет, и глубина далеко. Пока дойдешь 25 раз, настроение переменится. Но есть другие способы. А жить так хочется, Женечка. Только я согласна, не на всякую жизнь. Вот ты меня поманил куда-то. Я все старое хотела поломать, осмелела. Ты же мне пристегнул крылышки. Так говори конкретно, куда лететь? Или задний ход даешь? Да почему, Катя? Ну почему? Ведь все же зависит от нас. Да. Все зависит от вас. От тебя и от твоей замечательной бабушки. Вот у меня в тетрадке афоризмов есть выражение. Мы в ответе за тех, кого приручили. Так ты сделай, раз обещал. А я тебе за это все, что хочешь. Буквально. Ты рассчитывай. Ты что, нога завалила? Да какая нога? Или я что-то не понял, или ты сказала какую-то несусветную пошлость. Цитировать Экзюпери, потом вдруг кляпнуть. Это рыночное, ты рассчитывай. Какой-то конец света. Женечка, а что ты рассердился-то? Ну, у меня не такое было воспитание. Это сразу можно было заметить. Ну, может, я не то слово сказал, но я же искренне. В смысле благодарности. Да ты хоть не продолжай, глупенькая. Ведь договоришься, черт знает до чего. глупенькая. И пошлость ко мне, может, пристала. И не всегда знаю, как сказать. И не было у меня такой бабушки. И не записана я в Ленинскую библиотеку. А от осины, ну не родятся апельсины. Да давай я отлипну от тебя, Жень. Ну что тебе со мной пачкаться? Ну иди, загорай, отдыхай. Ой, кстати, отдам я тебе твои солнечные очки, ты все забываю. На. На что смотришь? Да вот хотела прикарманить, хотела. А кто ты был для меня в первую минуту? Посторонний московский фраер. Ну видишь, с кем связался, говорил, святая наивность. Ну иди, пока у тебя целые часы, бумажник и хромай. Катя, я еще здесь немножко похромаю. Жень, я же не то хотел сказать. Ну это же и здоровым говорят, хромай. Ну правда, ну что тебе со мной пачкаться? Тебя под стеклом надо держать. С табличкой руками не трогать. Ну, я не знаю, ну, мне почему-то захотелось тронуть. Ну, не знаю, почему. А ты сразу рыночная пошлость. Да скажи лучше, испугался. А кого испугался-то? Меня или охранничка, который может проехать и проверить, кто такой репетитор? Я не думал о нем, Катя. Я не думал о нем. Я думал и продолжаю думать вот о чем. Если те, как ты выражаешься, кого мы приручили, говорят и делают глупости, то пользоваться этим нельзя, бессовестно. Что? Ты подумай, это несложно. Ну, с очками, Катя. Есть вещи, которые запрещают нам делать инстинкт чистоплотности. Фразочка «Мы академиев не кончали» уже 50 лет как не работает. Есть 10 заповедей, которые знала даже эта безграмотная, лапотная Россия. Есть самовоспитание, в конце концов, которое, может быть, самое лучшее из всех воспитаний. Ты знаешь, Кать, по всей вероятности, я слишком всерьез воспринял свою учительскую роль. Если бы ты знала, как я иногда кляну самого себя, свое устройство. Нет, я правильно сказал. Тебя под стеклом надо держать. Уникальный ты все-таки парень. Это ты вон уникальная. Смотри, как ты написала фамилию Мейерхольд. Ее же не узнать, Катя, милая. Скажи еще раз. Мейерхольд. Нет. Скажи еще раз, Катя, милая. Катя, милая. Мы ужасно отвлеклись от сути. Я к вашим услугам, пан профессор. Ой, не пан, извиняюсь. Ну что? Что тебя интересует? Если копчушки, то они были превосходные. Я хотела оставить тебе половину, но меня такая жадность разобрала, что не надейся. Какие копчушки? Те, которые принесла твоя ученица. Бельдюга называется. Дивная вещь. Как бы ни роптала против нее моя печень. Я спрашиваю, что Катя, читала она тебе? Нет. Сообщила, что стихотворение Риммы Казаковой должна еще повторить. Что сбивается, а вместо слона и моськи возьмет волк и ягненок. Вот, накормил меня копчушками, поболтали о том, о сём. И о чем же именно? О том, например, как она работала в лунопарке. Хочешь? Нет. На аттракционе «Пещера неожиданностей». Я грешным делом подумала, может быть, это и есть ее место в жизни. Ой, Ксенечка, это высокомерная шутка и несправедливая. Но... Ну, посмотрим, я хотела бы ошибиться. Ну, вы что, поели копченые рыбки, на этом все кончилось, что ли? А что я должна? Что, разучивать с ней текст басни? Уволь, пожалуйста. Я столько слышала от поступающих этих волков и ягнят, ворон и лисиц, кукушек и петухов, что меня можно изваять в бронзе рядом с Крыловым. Я уже достойна. Сидит Крылов. А на плече у него эта старая ворона, и вместо сыра у нее в клюве студенческий билет. Ну и к чему этот щемящий образ? А Катя это лиса, что ли? Надо так понимать. Да бог с тобой. Бог с тобой, никак я не обзывал твою Катю. Наоборот, она мне симпатична. Но была бы еще симпатичнее, если не эта бельдюга. Ну, знаешь, в таком случае ее просто не едят. И да? Все. Да. Я-то знаю, что у Кати это от чистого сердца. Ну, прелестно, прелестно. А вот такая деталь. Подхожу я к администратору, чтобы отдать ключ, а дежурит как раз ее мама. И вижу брошюрку о Ксении Замятиной, ту старую, ядовито-зеленую. Зачем ей, спрашивается? Говорит, взяла в библиотеке для Кати. А Катя это зачем? Не знаю, не вижу ничего в этом особенного. Да, все-таки это лишнее. Это чтобы вернуть в разговоре со мной, знаем, мол, Ксения Львовна, ваш творческий путь, помним ваши роли. А на самом деле молодежи их помнить неоткуда. Им мои старые афиши, мои наивные киноленты ни к чему. Ну, словом, брошюрку я отняла и даже разнервничалась. Черт меня знает от чего. Ну, ладно, не обо мне речь. А вот вчера вы занимались у нас. Ну, и что же, помешали тебе, стеснили тебя? Нет. Я тихо ушла на массаж. А в коридоре встретила горничную с полным подносом фруктов. Она направлялась к нам. Ее послала Катина мать. Ну? Вот это мне не нравится. Еще бы. Сколько она получает, чтобы делать такие жесты? Потом зачем это? Господи, ну ясно, зачем. Затем, чтобы стимулировать нас, чтобы подсластить нам эту работу. Ах, Господи! Я не та крепость, чтобы вести такую методическую осаду. Я готова помочь. Я посмотрю девочку, если она все-таки надумает почитать мне. А зачем я тебе все это говорю? Затем, чтобы ты разобрался сам. Бог с ней, с ее мамой, но сама-то Катя. Искренне ли она относится к тебе, Женька? Женька, ну я же вижу, что с тобой происходит. Я не хочу, чтобы ты накололся. Вот. Ксенечка, мы с тобой часами можем говорить о Кате, Но вот она придет и откроется нам с тобой с такой стороны, которую мы и отдаленно не могли предположить в ней. Угу. Ксенечка, это феномен настоящей жизни. Не дистиллированный, не книжный. Да-да, книги, цивилизация пощадили ее. Это явление, которое богаче сущности, ибо включает саму сущность плюс нечто непредвиденное. Копчушки. Нигде нет, а она достала. Ну, в подобном тоне я не собираюсь с тобой продолжать разговор. О, Господи, влип парень. Ну, она-то, я спрашиваю, как? Ценит она, что ты превратился для нее в соковыжималку, который готовит ей квинтэссенцию из этих томов. Немирович Данченко. Дидро «Парадокс об актере», Михаил Чехов. Ой, это мне самой охота перечитать. Ну, отвечай. Отвечай. Ценит? Не знаю, но мне кажется, да. Что ж... Тогда она не так легкомысленна, как кажется. Миленькой, я отдаю должное мужеству, с каким ты выслушал мой утренний доклад о той фотографии. Там солдат обнимает ее вполне по-хозяйски. Поди взгляни сам, это выставлено в центре. И глядя на этого солдата, никто не усомнится, в крепости нашей обороны, и Катя там очень хорошенькая, в этом тоже сомнений нет. Но при чем здесь ты? Ведь глупо будет, если все твои труды так, на ветер, на отапливание космоса, как говорят мои студенты. А не на ветер, это как? Какую отдачу имеешь в виду ты? Не притворяйся, не ханжи, черный монашек мой. Та песенка, которой ты долго наступал на горло, она теперь мстит, а? Девицы с твоего курса не в счет. Я видела двух, и обе были... среднего рода. Но потом, когда ты бросил костыли, я надеялась, что это молоденькая докторша, которая по этой, по лечебной. Я надеялась... Остановись. Что... Остановись, пожалуйста. Что? Кто сказал, что каждому возрасту свой жанр? Я говорила. Не помню. Ну, что я могу поделать? Если этот жанр мне нравится. Уже не как исполнительница. Не пугайся, увы. Только как зрителю. Но интересен кайф. Тем более, что моему внуку досталась в нем такая смешная роль. Где Катя? А, не могу я уследить за ней. Ко мне зашел один старый сердцеед. Из Ленфильма она выскользнула куда-то. А, смотри, кто это там плывет? Не она? Она? Хорошо плывет, свободно. И артистично, не правда ли? Можно и так сказать, если тебе хочется. Девушка в розовой шапочке! Вы заплыли за 4-ю мель, вернитесь. Вас ждут на спасательной станции. Крылов ждет Иван Андреевич и Римма Казакова. Очень жалуются, что вы их забыли. Поторопитесь к ним. Ладно. Оставайся. Я пошла. К моим предостережениям ты глух. Глух, слеп, невменяем, бледен. На ужин не явился. Женя! Очень может быть, что прав ты, а не я. Что я действительно не помню, как это бывает. Ключик будет снаружи. Спасательная. Да, но я не дежурный. Ну, случайно вышло, что я замещаю. А вам Катю? Она скоро будет, она в воде. А откуда вы меня знаете? Да нет, никто не прячется, просто у нас времени слишком мало. Да, Катя тоже употребляет это слово, но я надеюсь, что не всерьез. Ну, потому что дружеская помощь не называется репетиторством. Я сказал дружеская. Что значит только? Девушка, я не намерен исповедоваться, мы не знакомы. Для чего для этого она еще мала? Ну, знаете что? Когда так с посторонними говорят о своих друзьях, то тем самым о себе говорят неважно. Да, считаю. Ах, вы только проверяли? Ну и что, проверили? Ну вот и отлично. Что передать Кате? Что? Что, так и передать? Ну хорошо. Только я не понял, Инна или Нина? А, ясно. Ясно, да. Ну и вам приблизительно того же. Ты не замерзла? Нет. Сейчас теплее, чем днем. Тебе звонила Инна и просила передать, что гадость, о которой ты знаешь, сделала тебе не она, а ее заведующая. Mm-hmm. Но она исправила эту гадость? А вот об этом она не сказала. Ясненько. Ну, не исправит, я и разобью витрину. Витрину? Это что, на местном жаргоне лицо, что ли? Нет, Женечка. Витрина – это витрина, где она выставляет свое фотоискусство. Ах, фотоискусство. Ну, тогда я понимаю, о чем идет речь. Ты что, видел? Давай не будем об этом, Катя. Ты же знаешь, что я не осуществляю контроля над тобой за пределами той области, в которой нужна моя помощь. Я о другом, Катя. Ну почему ты опять увернулась от показа Ксении Львовне? Ну несерьезно, чтобы Ксения Львовна бегала за тобой. Катя, Катя, почитай мне стишки. Это несерьезно, Катя. Ну как будто ты не знаешь, что я вообще несерьезная. Ну боюсь я жить. Я ей лучше 10 раз полы вымою, чем 5 минут экзаменоваться, читать какие-то басни. Ну тогда она тебя рекомендует в бюро добрых услуг. Ой, прям какая-то облавная девушка. Загнали девушку в угол. И у всех это от хорошего отношения. Вот в чем фокус-то. Ну-ка, раскачай. Я не осуществляю контроля за пределами той области. Что ж значит, с кем бы я ни была, тебе до лампочки, да? Ну, неправда, Жень. А вот если бы я была замужем, или вот душа у меня та же, а внешность страшнее атомной войны, а? Молчишь. И у тебя есть слабые места передо мной беззащитные. Лучше скажи, как тебе мой халатик, а? Хороший халатик. А представляешь, за даром достался. Там на вашем 8-м жила жена не то режиссер, не то дирижер. Ей уезжать. А халатик 2 дня висел на балконе. Ну, конечно, голуби на нем отметились. Ей уезжать, стирать некогда. Она побрезгала брать в таком виде и подарила. Представляешь? Ну, чудные люди. Махра, made in Italy. А им от голубей противно. Голубь же не корова. А сейчас даже пятнышко не найдешь. А запах духов, как ни странно, слышно. Если бы ты знала, Кать, как тебе нужно уехать отсюда. Нельзя тебе быть в постоянном контакте с этим актерским домом. Как же? Я же в артистке наладилась. Ты должна понять, что можно отойти от одной среды, но к другой так и не пристать, и вообще ни к какому берегу не причалить. Довольствоваться вот этими обносками из актерского дома. Че обносками-то? Новенький совсем халатик. Обносками. Да я не о вещах говорю, Катя. Я о понятиях, о шкале ценностей. Ты что думаешь, что там люди искусства живут, образцы вкуса, умение жить счастливо? Не всегда, Катя. Ну да, не все то золото, что блестит. Вот именно. Знаю. И потом это дом отдыха. Отдыха. У людей, даже у самых достойных, расслабленный душевный режим, их нравственные установки не строгие. Ладно, никто их за это не ругает. Это всего лишь 1/12 часть их жизни. Но почему, Катя, тебе кажется, что это вся их жизнь? Красиво ты говоришь, Женечка. Но я не согласна. 1/12 высчитал. Что же они после отпуска становятся такие, как ты? Да никогда в жизнь не поверю. Они умеют жить и в Москве, и в Риге, и в Ленинграде, и вообще ты один такой. Какой? Ну, такой. Смесь самой умной философии и начальной школы. Он, видишь, как ты. Похоже, что я действительно занимаюсь отапливанием космоса. Женечка, а ты чего, обиделся? А мне нравится, что ты один такой. Один. В одном экземпляре. Мне только не нравится, что ты меня совсем не хвалишь. Раньше говорил прима, девушка №1, а теперь одна критика. А женщине нужно восхищение. Вот один человек не глупее тебя сказал, что восхищение действует на женщину, как масло на скрипучую дверь. Ну давай, восхищайся. Ты знаешь, с тобой действительно хорошо идти к цели, если цель – это кладбище. 100 лет не дойдешь, да, Женечка? Так это ж хорошо. Другой бы шел и восхищался всю дорогу. Ну, отвлекись. Ну, нельзя быть таким чересчур целеустремленным. Ну, отвлекись. От чего? От всего. Кроме меня, конечно. Ну, раскачай. Ну, раскачай. Так люблю качаться, как будто произошла от обезьяны. Но не как все, а недавно. А что? Очень может быть. Привет. Привет. А чё это так тихо? Вроде не на мотоцикле, а верхом на палочке. Ну, а это чтоб получилась картина Репина. Не ждали. Знаешь такую? Ладно, знаток. Познакомимся сперва, а потом остри. Женя, это Борис. Добрый вечер. Здоровенький булы. Ну что, я вам тут не очень помешал? А у нас как раз антракт между занятиями. Ну... А что пиво не пьете в антракте, первым делом пиво. Ой, какой ты знаток театра. А нам и невдомек. А как семейство? Семейство. Кланяется тебе семейство. Мать, отец благодарят за внимание. Прям-таки избаловала ты их вниманием. Вот так Костику и надо бы написать, а? Катя. Я думаю, что мне лучше пойти погулять. Я смотрю, у вас общие темы. Да нет, у нас не такая тема, чтобы на ней долго рассиживаться. А у тебя что, спичек нет? Женечка, дай прикурить. Это вы, что ли, ее? Репетитор. Он, а что? Я совет хотел дать. Когда даешь прикуривать вечером, да еще незнакомому, коробок надо давать в руки, а не вот так. Почему? Ну, чтоб глаза, руки были свободны. А то вынимаешь коробок, зажигаешь спичку, она тухнет, ты опять. Получается перехват инициативы. И вся она в руках у того человека. Я не понял, какой инициативы? Да, я смотрю, вам самим репетитор нужен. Женечка, а это у нас юмор такой. Борь, я потом объясню, ты не волнуйся. Лучше скажи, как этот султан? Скучает. по Костику. То есть такая в собаке верность, что людям далеко. А гуси ваши как? Кабанчик, не помню, как звать. Кабанчик? Он тебе привет передавал, персональный. Ладно, Кэт, будем считать, что я тебя проведал. Скоро еще проведаю. Стало быть, надолго я не прощаюсь. Ну-ну. Что же я все жил-то? Женечка, ты иди погуляй куда-нибудь, я им задолжал кое-какую мелочь. Боря! Борь! Ну, а я думал, весь разговор при нем будет. Только не может быть, думаю, что вот этот вот отдыхающий перекрыл моего брата. Боря, я должна отдать тебе вот это. Детство это было, и у меня, и у Костика, у меня уж точно. Кольца. Ну что, перекрыл все-таки? Это, Боречка, не твое дело. Твое дело аккуратно вернуть то, что я у вашей семьи по своей молодой глупости взяла. Сказать, мол, Катя много думала, ночей не спала. Вину свою понимает, ну просит прощения, ну иначе не может, ну все, 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 все. Ну, а Костику как об этом рассказать? Хочешь, чтоб я написала? Ты уж напишешь, не задумаешься. Да нет, конечно. Сразу нельзя. А как? Постепенно? Почему это так, что снаружи завлекательно, то внутри червиво? Это что, закон такой, что ли? Ну, ладно. Поговорили. Забирай, уходи. Ну, вот так вот забрать у тебя золото и ничего не заплатить. Так не бывает, Кэт. Чтоб золото и вдруг бесплатно. Это чтоб не мешали при расчете. Вот ты. Только тронь меня пальцем, только тронь! Я тебя пальцами трогать не буду, а есть вот у меня одна штучка для султана держит. Линяет, бедняга, не в сезон, до того скучает по Костику. То есть такая в собаке верность, что людям далеко. Он там надеется. Это ему прыгать помогает. Он же десантник, братан мой. Поняла ты? Дрянь. Тебя же в семью приняли душевно, по-людски. В доме на видном месте карточка висит. Кто это? Это наша невеста. А она вон что делает? Пей, пей, все равно не позову на помощь. Видишь, он какой спал. Ну зачем нам солдат? Когда у вас есть свой, подшибленный, правда, белобилетник, но зато и прямо сейчас, не отходя от кассы. Любовь. Любовь у нас товар такой, что быстро прованивается. Надо нам ее сбыть. Поскорее, повыгоднее. Чем он тебя купил? Что дал? Что у него там, кроме палочки-то, Жигули, небось? Ну не фашист же ты, Борь! Нет. А вот кто ты? Принять бы такой закон, чтоб гнали таких из нашего союза вместе с репетиторами. А неверность она во всем неверность. Что к солдату лично, что к родине, которая охраняет солдат. Как-то ты подорвала меня, Катя. Вот чувствую, продырявила ты мне баллон. Не могу больше. Извини. Ничего, Боря. Ничего. Я не обижаюсь. Потому что я поняла, за что. Борь, я полюбила человека. Можешь бить. Нет. В расчете. Простите, возможно, это не мое дело? Не твое. У нас тут свои дела. А ты отдыхай пока. И помни, как давать прикуривать. Катя. Подожди, Жень. Я чувствую, что разговор был не мирный. Не надо вопросов, не надо. Ой, что-то знобит. Перекупался я, что ли? Так надо чаю согреть. Ой, не надо, подожди. Жень. Жень, посиди со мной. Ты давно не хвалил меня, Женечка. А я стараюсь. Вот проверь, годы жизни Станиславского. 1863-1938. Вот ты думаешь, что все зря, все мимо? А нет. Память у меня хорошая, вот проверь. 1898 год. Царь Федор Иванович, в том же году Чайка. Больше всего на свете он хотел, чтобы на сцене не только представляли, а была жизнь, жизнь человеческого духа. Ты молодец, Катя. Все у нас с тобой идет хорошо. Я думаю, что не пропадет наш скорбный труд. Когда ты приедешь в Москву, тебе лучше всего остановиться у нас. Ты сама Ксения Львовна сказала? Ну, не сказала еще, так скажет. А у вас жилплощадь позволяет? Сколько у вас метров? Да какая разница? Отдельная комната у тебя будет. Отдельная? Конец света. Здесь слишком много отвлекающих факторов. Ты мой отвлекающий фактор. Ты мое учение с увлечением. Ты мой Константин Сергеевич, мой Владимир Иванович, мой Кант, мой Лермонтов, мой Евтушенко, мой Вячеслав Тихонов. Катя, и что же делать в свете этого? Правда. Что при нем делать? Гаси, вымели. Зачем, Катя? Еще спрашивай. Катя. Жень. Что с тобой, Катя? Женечка. Катя, что Жень. С тобой? Ой. Ой, не подходи. Ну не обращай внимания же. Да. Это вы, да? А как нехорошо получилось. Вы что же, из-за меня одного не закрываете, да? Катя, это мама. Я же говорила, не подходи, чудо-юдо. Как нехорошо получилось. Я скоро буду. Товарищи отдыхающие, прослушайте информацию. В нашей стране дорог каждый человек. И как порой бывает тяжело, когда несчастный случай уносит от нас молодую, цветущую жизнь. Именно таким цветущим, полным сил надежд запомнился товарищем 32-летний Николай Лубяка, приехавший к нам из города Макеевка. 14 июля прошлого года Николай с утра решил отметить национальный праздник французского народа – взятие Бастилии. Это выразилось в распитии спиртных напитков. Сначала на территории пансионата, а затем на пляже, что строго запрещено постановлением нашего горсовета. В состоянии опьянения Николай пошел в воду, несмотря на предостережение отдельных граждан, которых он вместо благодарности всячески оскорблял. Алкоголь сделал свое пагубное дело. Светлый день взятия Бастилии стал последним днем жизни Николая Лубяка. Товарищи отдыхающие, помните, Балтика не прощает легкомыслия и неосторожности. В ответ на ту радость, которую море доставляет нам, оно требует от каждого сознательного соблюдения правил поведения на воде. Катюша! Катюш! Катюш, это же поэма у тебя. Я пришла сказать, что артисты просто рыдают. Впрочем, не артисты тоже. Кто тебе писал эти божественные терцины? Ой, это не терцины, Ксения Львовна. Это Горсовет заставляет, и милиция, а кто писал, не знаю. Вот что тебе надо читать на показе. Притом с той же серьезностью. Послушай, попить у тебя не найдется чего-нибудь? Ой, сейчас. В басне ты очень стараешься рассмешить, и результат получается обратный. Катенька, Кать, вот эту штуку нельзя немножко приглушить? Человек спрашивает, где ему взять такую песню, я не знаю. Я о судьбе, я о любви, видишь ли, вопрос интимный, можно ей потише. Ой, восторг, холодненькая. А где наш философ? А он вас ищет, он с вечера застал вас спящую, в 10 утра вас уже не было, а ему что-то надо. Да. Мы с ним почти двое суток не виделись. Дела у него серьезнейшие. Да? Нет, Катенька, Кать, я не в претензии. Я все понимаю. Ксения Львовна, а можно мне спросить у вас такой вопрос? Ну, попробуй. Если смогу, я тебе отвечу ответ. Ой, неправильно выразилась. Извиняюсь. Мне очень хочется и нужно знать все про вашего Женю. Вот, например, что у него с ногой? Его сбила машина в 69-м году. Ой. А я думала, от рождения. Нет. От рождения у него заскок, который привел к этому несчастью. Было доказано, что шофер не виноват, что ситуация возникла исключительно по вине пострадавшего. Даже мне это сумели доказать, представляешь? И я еще сказала шоферу: спасибо, голубчик, что изловчились не убить его. У тебя пластинка кончилась. Да, плевать. Скажи, очень он, по-твоему, неполноценный? Что, Ксения Львовна, что вы? Разве я поэтому спросила? Да это я, наверное, перед ним неполноценная. Только не он передо мной. Что? Влюбилась? Да. Да. Теперь тебе, пожалуй, верить можно. Я сравниваю с твоим вчерашним показом. Так кто ж показ, Ксения Львовна? Вы же не хотели, я старался, изображал. То есть как-то вы хотели. А ты? А ты что? О театральном не мечтаешь? Охладела, что ли? Нет, что вы, Ксения Львовна, я мечтаю. Странная интонация. Нет, правда, сейчас же все на этом сходится. На чем? Ну, в Москве, то есть, Женя, институт. А? Ой, у меня там пластинка кончилась. Значит, если бы Женя была из Макеевки, то Макеевка стала бы крупным театральным центром. Ой, Ксения Львовна, мне... мне надо бежать, там пионеров перевели на праздник Нептуна. И под это дело взяли у меня инвентарь без расписки. Не проследить, растащу. Катюша, мне хорошо у тебя. Правда? Да. Хочешь, я буду менять пластинки, развлекать население? Ой, конечно, только я буду бегать туда-сюда, мне еще лекции читать. Ну? Показания первой помощи утопленника. О, боже. Ксения Львовна, идет Женя, возвращается. Ну и прелестно. Ой, мы будем на подхвате у тебя. Ты что здесь делаешь одна? Здравствуй, внучек. Здравствуй, пропащий. Меня оставили, я вот сижу. На злобу неответная, на доброту приветная, перед людьми и совестью права. Куда ты подевалась вчера? Оказывается, вы с Катей запирались в кинозале, она читала, и что? Я все пытал Катю, она только пожимает плечами. Ну, я могу пожать. То есть как? Вот так. Если ты считал, что при рождении ее поцеловала фея театра, то это не так. Чёрт, твоя ошибочка, как говорят дети. Но девчонка она хорошая. Хорошая. Даже лучше, чем я думала. Какая она девчонка, расскажу тебе я. Тебя просили о другом. Как это понять насчет поцелуя феи? Ну, так и понять. Есть симпатичная мордочка, хорошая фигурка. А как только выползает на сцену, так деревенеет наш Кать, хоть плачь. Вот как. Угу. И что же теперь будет? Вот и решай. Твоя ведь затея. Ты столько истратил пороху, раздул такое, что теперь дороги назад нет, и я не... В общем, ты теперь в это дело не лезь. Вдунуть талант в нее не обещаю, но попробую сделать так, чтобы комиссия не была шокирована моей просьбой. Председатель комиссии в этом году, слава богу, мой должник. Большинство членов комиссии – мои друзья. К тому же на собеседовании Катя их обязательно чем-нибудь умилит, рассмешит. Да, после моих слов, что ей можно будет пожить у нас, она схватила мою руку и давай целовать. Председатель комиссии твой должник. И что, он увидит в Кате то, чего в ней нет? Ага. Я пропишу ему такие очки. Ну, что ты смотришь? Ты просто не отдаешь себе отчета. Если твой приговор окончательный, Катю ведь надо отговорить. То есть как? Оставить девочку с носом? Не знаю. Ну, если у нее нет данных, ну, уйдет. С третьего курса, с четвертого, а может и нет. Если она цепкая, с характером, с честолюбием, да и не уйдет, и не сломается. И, в общем, этого никто не может знать. Короче говоря, лотерея. Сенечка, ты же художник, ты извини меня, конечно. Я сейчас не выбираю выражения, но ты рассуждаешь так, как будто бы ты всю жизнь торговала в комиссионном магазине. Нет, вы подумайте. Я иду... хлопотать за его девчонку, за его любовь, а он... Женя, а кем я, по-твоему, была, когда таскала твоим врачам коньяки и шоколадные наборы и пропуска на все премьеры? Тоже комиссионщицей? Врешь. Врешь. Я была бабкой, у которой в хирургии лежит любимый внук. Это вздор, Ксения. Будто бы меня и без того там не спасали, будто бы я первый и последний. Что с тобой говорить? У меня ты первый и последний. У меня. И мне нужен был максимум их внимания к тебе. А за это благодарят. А ты этого не знал? А интересно знать, почему ты не знал. Потому что не хотел знать, потому что легче. Легче не знать. Легче уткнуться в Канта. Ксенечка, давай поговорим спокойно. Давай. Тогда у нас была беда, было ЧП, и ты пыталась этими дарами задобрить даже не столько врачей, сколько судьбу. А сейчас? А сейчас я заведу им Мирей Матье. Ксенечка, сейчас у нас не несчастный случай, но он может произойти в результате твоих благодеяний. Ты знаешь, на что это похоже? На дачу взятки автоинспектору, чтобы он выдал водительские права слепому. Оставь меня в покое. Мне еще моя бабка говорила: не хочешь иметь претензий, не делай людям добра. Не надо ей помогать. Я не буду. Только объясни это ей и ее маме. Потому что ее мама по часу меня держит за пуговицу при входе и выходе. Я знаю это. Во всяком случае, Катя никуда с черного хода не пойдет. Ну так проведи ее с белого, с парадного. Ксенечка, я читал и пересказывал ей ваших корифеев. Я говорил с Катей о театре с большой буквы, что это и храм, и союз единомышленников. Но ты-то можешь понять, что она молодой человек. Нельзя ей начинать свою жизнь вот с такой игры на понижение ценностей. Может быть. Может быть. Да, конечно. Если по большому счету. Я-то говорю с тобой по-житейски. И, наверное, сказывается, что я бывшая, сошедшая с круга артистка. Корифеев давно не перечитывала. Я в покер играю недурно. Я умею ладить с людьми. Напоминать о себе умею. Дескать, Ксения Замятина жива еще. Извольте с этим считаться. Не воспитывай меня. Поздно. Поздно. Я бы сама хотела, чтобы храм, алтарь, подвижничество, все это оставалось в силе. Для меня. Как-то я наткнулась на слово «старость» в словаре Брокгауза и Ефрона. Знаешь, как написано? Написано: старость, смотри, смерть. Вот так. Серьезные были мужчины. Брокгауз и Ефрон. С ними шутки в сторону. Я есть хочу, друг мой. Скоро обед. Ты как, собираешься? Ты собираешься? Нет. Я собираюсь с мыслями. Смотри только, чтобы их было не слишком много. Не запутайся в них. Есть, Женечка, есть в этой девчонке что-то, что-то. Ее можно воспитать до уровня жены. Я вчера долго разговаривал с Катей и поняла, что ты успел многое. Наверное, даже больше, чем надеялся успеть. Ну и надо это продолжать, но уже не кустарно, а вот в Москве, в нашем училище, например, чтобы она человеком себя почувствовала. Человеком? С такой гибкой этикой, как ты предлагаешь, в люди не выходит. Ладно, ладно, ты прав, ты. Но, Катя, от твоей правоты перепадет что-нибудь. Она поедет с нами или нет? Хорошо. Я по-другому спрошу. Чувство у тебя к ней есть? Я сейчас ходил и все экзаменовал себя. Чувства. Чувства есть, но ведь оно же не решает никаких проблем, она только обостряет их. Господи, какие проблемы? Откуда они? Если раньше я считала, что Катя морочит тебя, что ты взялся за неблагодарный труд, то теперь-то... То теперь... Эта благодарность настолько щедра, что глаз девать некуда. Вот за что? Вот вопрос. Почему ты вбил себе в голову, что тебя нельзя полюбить? Ну вот, может быть, я нелепо скажу, но только ты подожди, ты не фыркай. Правда, а она ведь иногда бывает глуповата с виду. А ты рискни, а, Жень? Я не игрок. Нет, Ксения, это не покер. Я только не думаю, что я в чем-нибудь обвиняю Катю. Нет, я ее ни в чем не обвиняю. Я себя обвиняю, свое устройство. Есть, Ксенечка, в этом устройстве какая-то генетическая ошибка, какой-то генетический дефект. Знаю. Знаю я все твои дефективные страхи. Вычислила. Сказать, ты решил, что в твоей келье Катя устроит бедлам. Вспугнет тишину твою, сосредоточенность. Что рядом с посмертной маской Шопена она прикрепит вот этих вот своих кинокрасавцев. Ну, что еще? Сидя с тобой в консерватории, начнет разворачивать конфету, хрустеть бумажкой, у тебя будут гореть уши. Так? Или я пальцем в небо? А, то-то и оно. Ясно. Пасуешь, значит, их, Женька. Я часто иронизирую на твой счет, но ведь в душе-то я гордился тобой, а ты? Что люди скажут? Вот она, интеллигенция. А еще в шляпе, добавят они. Они всегда найдут повод сказать это, Ксения. Неправда, меня не пугает сопротивление материала. И Катя не такая уж не поддающаяся. Уровня твоей Маши Гусаровой она достигнет за неделю, только меня это как-то не окрыляет. И вообще культура не повышается, как яйценоскость. Кратчайшие сроки. Кстати, замечено, что от всяких этих химических, электрических стимуляторов куры какие-то не те. Да ты что, с ума сошел? Какие куры? Катя мечтает о Москве. Катя мечтает о Москве. Я обладатель символического ключа от этой Москвы. И вот она уже влюблена. И вот уже благодарит, чем может. Ксенечка, это затмение, это угар. Во всяком случае, я должен предположить возможность ее самообмана. Я не могу иначе. А приедет она в Москву, осмотрится, она спросит себя, зачем нужна мне эта старомодная философия, эта скучная моралистика? Ведь она может спросить себя, Ксения. Мы должны дать ей возможность одуматься, если мы действительно печемся о ее благе. А если и о твоем благе, горе ты мое. А в чем она, мое благо-то, Ксенечка? Если ты когда-то гордилась мной, то только лишь от того, что я никогда не искажал себя, не изменял себе в угоду чему-то, в угоду кому-то, в угоду даже этому благу своему. Вот послушай, снести себя, ужиться самому с собой, смотреть на себя спокойными глазами, быть довольным сердцем своим, не искать себя вне себя. Вот, Ксенечка, ключ к истинному счастью. Превосходные слова. Позапрошлый век. Нет. Нет. Это кошмар какой-то. Это ужас. Дается человеку любовь, а он ее на цитату меняет в 26 лет. Слушай, если не умеешь любить, зачем тебе такие чудесные годы? Поменяйся со мной. Ну вот тебе мое последнее слово. Ты лопух. Ты проиграешь свою жизнь в сухую. 26:00. Господи, мне даже холодно стало. К черту. Я пошла. Я голодная. Скучали без меня? А сколько ж вас тут Замятиных? Ни одного, потому что я Огарышев. А с чего ты злой? Я не злой, нет, просто я Огарышев. Ты поссорился с бабушкой? Если это даже и так, то на твоих отношениях это не отразится. Тебе на 8-м этаже будут рады. Вы из-за меня поссорились? Из-за меня, да? Из-за Канта, у которого категорический императив, помнишь? Так вот, она считает, что он слишком категорический. А Кант смягчить его не согласен. Нет, и все. Ему говорили: Кант, вы служите за 52 талера в год. Смягчите свой императив, идеалист несчастный, будете получать больше. Не смог. Две вещи, писал он, наполняют нас все большим удивлением. Это звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. До того был точен. Какую-то сладость находил в этой точности. Смехотворная личность, правда? Не он мне сейчас нужен, Женечка. Сладость, ведь ее кто в чем находит. Всех по-разному. Спасибо, Катя. Ты извини меня. Я тоже сторонник точности. Я должен идти. Я принесла лекарство. Подлечись. Алло. Да, Ксения Львовна, я уже все знаю. Только я не понимаю, почему. Почему он уехал? Какие такие срочные дела? В МГУ, в школах везде каникулы. Я же понимаю, что из-за меня. Только что я ему сделала? На бабулю не ори, она убежит. А каким поездом? Нет, я не провожать. Я только спросить. Нет, я спокойна. Я спокойна. Когда? Завтра? Могу, наверное. А, нет, Ксения Львовна. Зачем это теперь? Какие там басни? А он не передавал для меня ничего? Ни устно, ни письменно? Что ж я ему сделал? Нет, я спокойна. Да нет, не надо, Седуксена. Ксения Львовна, ой, заходить не надо, вы мне только поезд скажите, потому что их два. Спасибо. Ксения Львовна, это ее подруга. Я побуду с ней сколько надо. Вы даже не сомневаетесь. Это у нас имеется, мы так и сделаем. Она завтра к вам обязательно придет. Ну, всего доброго. До свидания. Басню она со мной репетировать собирается. Сделаем, говорит, басню, и твое дело будет в шляпе. Вот она знает, что говорит. Завтра приведешься в порядок, нарисуешь глазки и к ней. За такую бабулю я пучок ухажеров отдала бы. Да прекрати ты. У нее склероз, а у тебя-то что? Уехал человек. Взял билет и уехал. Нет, еще 37 минут. Наверное, сидит, смотрит в окошечко. Дрявая башка. Не помню. Созвонить министру путей сообщения. Еще скалишься? А ты виновата, ты жутко виновата передо мной. Ну, какая-то, ну-ка. Это твой идиотский план, как через него пролезть в артистки. Ну, тебе этот план понравился, Кать? Ты разохотилась, давай выполнять. А потом, когда это было? Когда он был тебе без надобности, ты еще мне его хотела откинуть. Неправда. Да никогда не хотела, и словечки-то у тебя. Что? А может, он из-за той фотографии? Совестливый он. Катя, объясни это нашей заведующей. Снимки считаются первоклассным. Когда его вынула, витрина даже сразу слиняла. Еще заведующая долго ругалась по-латышски. Так что еще спасибо скажи. А совести вы тут ни при чем. Струсил твой философ, хвост поджал. Нет. Ну, конечно. Там ну Костика закат на рукава гимнастерки. И видно, какие у него шары под кожей. Так что есть о чё хвост поджать. Господи. Насилача, ну и что? Да что ж я, штанга, что ли? Да мне нужно, чтобы меня уважали, со мной разговаривали. Но если человек меня уважает, ну пусть он говорит трудно, я же пойму. Я же постараюсь понять. Вот он говорил, что человек не только средство, но и цель. Так он же для меня цель. О, Господи, что ж я болтаю? Может, через 32 минуты тронется? Я думаю, он уже. Как уже? У меня же правильный. Да я не про часы. Я про него. Тронутый он. Как бесится. Вот же он, телефончик-то. Боря! Мне Борис, пожалуйста. Боже, это зачем еще понадобилось? Боря! Говорит Катя. Ну, ты знаешь, какая не валя дурака. Боря, выручи меня. Заезжай за мной на мотоцикле, рванем с тобой в Ригу, надо, идиотку, понимаешь? Он убьет тебя. А завтра я напишу твоему братану письмо. Хорошее, завтра я что хочешь сделаю. А сегодня выручи, Борь. Ты говорил, 160 можешь сделать сейчас, тогда мы успеем. Да, Борь, к поезду. Ну да, Боря, он. Ну, мне только спросить его. А если до Риги не успеем, тогда до первой остановки после Риги. До Огры или до Резок, наверное. Дождь начинается, мокрое шоссе, Катя, добро мне кончится. Ну, кого мне еще просить? Ну, ты же мне почти что родственник. Ну, был или будешь, ну, какая разница, ну, не качай права. Ну, ты такие вещи понимать должен, ну, Борь. Ну, ждать или нет? Ждать или нет? Алло! Ой, там треск у тебя. Ну ты и даешь, подруга. Как ты думаешь, хватит у него души на такое? Я его душу не обмеряла. Но, по-моему, с таким же успехом ты могла вызвать военный вертолет. Или уж что лучше, самого Костика. Он бы высадил тебе десант на крышу вагона, в котором дезертирует твой Женечка. Что же они делают с нами, сволочь? Ты знаешь, Кать, ко мне тоже привязался один. Называйте, говорит, меня просто Павликом. Может, пятый десяток. А он все Павлик, фотолюбитель, расстреляет за день кассету и сразу ко мне проявлять с цветочками, шоколадками из Минска. И думаешь, Катька, ну позволю я себе. А дальше? Через 20 дней этот самый Павлик слиняет. Еще через месяц городишко совсем оголится. А зимой, Катька, я зимой смотреть на море не могу. Эти огрызки пляжа, лежаки, грибочки посреди грязного льда. Жуткий пейзаж. Он не способствует оптимизму. А нам, Катя, без оптимизма нельзя. Просто не продержаться. Я не знаю, как для этих умников. А для нас с тобой оптимизм – это все. Ничего не слыхать. Что тебе надо? Как что, мотоцикл? Едет. Ей-богу, едет. Глупенькая. Ничего нет. Тишь да гладь, да комары ноют. Мне чудится, на самом деле. Что на самом деле, то не чудится. А что чудится, то не на самом деле. Мне бы только один вопрос задать. А ты мне задавай. Хоть 20. Спрашивай, отвечай. Причем здесь ты? При том, что я есть на самом деле. А он только так, в философском смысле. Глупая ты. Я же люблю его. Мне бы только один вопрос задать.